Кстати, программа «Среда развлечений» участвует в конкурсе на премию губернатора «Наше Подмосковье». Поддерживает проект и помогает его продвижению Совет депутатов городского округа Химки. Этот проект достоин того, чтобы он был выдвинут на соискание гранта губернатора на развитие Подмосковья. И те, кто участвует в нем, внесут свой большой определенный вклад в укрепление позиций нашего города в области как организаторов больших праздников и вот этих мероприятий. А если вам, уважаемые химчане, есть что показать и вы хотите заявить о себе, участвуйте в конкурсе «Наше Подмосковье». Времени осталось немного, документы нужно предоставить до 1 сентября. Форму заявки можно найти на сайте правительства Московской области.